Сначала тут полегче. Ходом идут, тут не накопано. Вон старт. Сейчас вторая пара будет. Так, друзья, вот это старт. Темно, тут поворот, видите, как отмечен. Поворот. Едет Нива Гелик и Бобик. Такой. От Бобика осталось только название. Там и Мерседес, и Патрол, и все. Вот там старт. За камышами, поворот 90 градусов. Ну и вот этот прямик. Но они тут сейчас по нему провалят, по этому прямику. Тут достаточно просто и твердо. Дальше будет интересно. Мы пойдем в интересное место сразу. Так, пошла жара и пошел дождь. Начало капать. Так, это Бобик. Так, это Бизон идет. Бобик пошел. Сейчас посмотрим. Так, ну Валера зацепился лебедкой. Механика. Пока красиво все. Вышел. Так, а вот и Бизон. Ходом чуть не проехал. Чуть не проехал. Тут такая диагоналка жесткая. Диагоналка жесткая. Юрец, что-то пошло не так. По-моему, это всегда так. Посвети на Юрца. Ну, естественно. Это ж так и задумано. Юра, может за машину зацепить? Правильно вообще. Правильно за машину зацепить. Да. Юра, туда тихо. К людям вернись. Тоже лебедка. Не пошла, Бизон уже перевернулся. Мы уже пиратские кадры видели. Поем не Саша, он перевернулся. Да не, он шноркель там, лобовое. Ну так сам не сильно. Не сильно, но есть. Сейчас Валера попробует его вытянуть своей механикой. А вы что, не убрали вот так? Да. Рус, надо уходить. Сидит хорошо. Да. Качественно. Сидит хорошо. Я за дерево спрячусь, вот тут березка. Очень опасно, да. За что хочешь, может быть. Зарылся сильно. Так, попытка номер два, зацепили. Есть. Пошел. Отключили
мало. Сейчас заработают. Если ленту не порвут. Там разворот. Там разворот. Ну вот тут вот еще более-менее проходимо. Сейчас они поедут еще обратно. Нет, можно 100 баллов и закончили. Ладно, так они обратно тут не едут. Они обратно едут уже там по прямой. Ну это пол спецучастка 100 баллов, значит. Тут жесть просто. Да ходом можно пройти, если машина хорошая. Внедорожник, если настоящий. Они супермен едут. Генчик, может, с нами? Так, а я тут при чем? У нас легенька цей машинка. Ти проскочиш, нас протягнеш. Генчик, поджерик, я тобі по секрету скажу. Третя, четверта, п'ята, шестая, седьмая пара не едет. Все очканули. Аньба! Он задумался, видишь? Нет, можно просто туда. А нет у сушки такой мусор? Так, а если одна. Мы, допустим, на 20 баллов просто ее вот так приедем и вернемся назад? А мы можно туда и обратно, туда и обратно. Назад 200, и обратно. Туда и по кругу, по сухому 100. А можно так, чтобы двигатель не запускать? Можно. Да, тут такая жесть уже, вот видите. Рома, не слепы! Копнули. Это всего 4 машины. Пока. Большинство пока взяли паузу, можно проходить его следующей ночью. Не знаю. Будем смотреть, может кто-то попробует еще. Ну, думаю, сейчас еще попробуют. Белый волк вот ходит. Альтернативный вариант, надо, кто очку и так, пешком хотя бы за 20 баллов, чтобы пробегали на время, да и даешь? На четвереньках. Ну, на полном приводе, да, можно. Слышишь, это, кстати, нормальный вариант. Во-первых, нормальный контент будет, ну и баллы люди заработали. Шо каже бокал? Так, стартанули следующая пара. Дефазик. Что-то жесткое там едет, да? Да, да, УАЗик и Нива. УАЗик и Нива? Да. А тут дезинформацию кто-то пустил, Дефазик едет. Дефазик это что? Дефазик и Нива, и УАЗик и Нива, это одно и то же оказалось. Это серьезный аппарат. Так, надо убегать сейчас будет. Не, Макс аккуратно будет ехать, нежно, без лишнего газа. Я за лентой спрятался. Так, пока интересно. Ёханы бабай. Так. Все. Штурман выходит. Так, теперь Нива на этом же маршруте. Что-то пока. Нива застряла. Что-то с Нивой пошло не так. На старте сбилась с пути. Олег, чуть-чуть назад и вперед сразу. Хорош! Давай! Еще чуть-чуть назад, чуть-чуть. Чуть-чуть. Хорош! Давай, дыму и пошел. А
А в раскачечку. Чуть не проехал. На волну диску ніву прицепить просто на ривок, понял, чтобы она за напрямку спайка, то понял, прыг, прыг. Так вы с Одесской едете, Игорь? Да. Что, на юг потянуло вас, да? Не, просто чем легче машина, тем проще. Ну, да. Чем Калуна точно. Все, поехали. Трапы вытягивай, трапы собирай. Ух, это жесткий там штурман, слышно? Да не, он сейчас ее сам вытащит. Он сейчас ее перетянет нахуй. Тихо. Слушай, он тебя сейчас оттянет на той берег. Что-то сантраки грязные. Да не, прогрузят сейчас не вытащу, чтобы задок прогрузить. А, задок, посмотри, что. Он задок прогрузит сейчас. Жесть. Гором сейчас уже вкинул назад. Что-то дождь начинается, ты заметил? Да не убивай, тут вес просто жопу прогрузит. Там дома перебирать. Главное подкидать. Пошел, чего вы стоите? Я даже бачу таких штурманов, что лягали под колеса за місцем дреку. Ви там прилоги? Да, по них приїжджали в машину. Ну не маса, так, лягай сам в колею. В колею, да, раз? Да, и пошел. Не, ну это если на УАЗе на своем, то там можно. В шлёбе. Посмотри, сколько у него лампочек там, ты видел? А ты видишь, колун. Там люди. Да, я тебе говорю, смотри. Это не міх, не? Самое главное у этого Toyota Raflow цепить сзади. Это миг? Это миг 17. Миг 29, какой 17? Тихо, побежали рядом. Да ты же не... Понимаешь, мы вдвоем устойчивы. Я просто не могу так быстро бить, потому что ты меня уронишь. Тихо, он едет. Посмотри, это если что, запрыгивай, если не будешь успевать догонять. Пошел, подкинь. Блин, ты видел, мы чуть не врезались с него. Да еще смотрю, ты можешь это сдавать. Да? Точно. Ты бачишь, я прочухал. Да, ты опытный, я что за тебя держусь, я держусь за Игорька. А, он коксу сейчас будет. Ходом брать. Тихо. Тут, блин, такая обстановка. Мене так чути, що буде брати ходом. Так давай догонять надо будет. Люстра у него, слышишь? Хорошо как светит, посмотри, все видно. Это от него? А це б на охоту, да? Так, да. А ты что, охотник? И кабани наши. Не, я на охоту. Рыбак? Браконьер. Браконьер, говорит. Пята! С пятой пошел? Пошел. Давай третью хотя бы. Ну, подкидали. Ё-моё, тихо. Ну красавец, газ не брошу. Вот это дал. Что там было, непонятно. Ну шел жестко. Как его называется? Хрещатик, кажется, я могу. Вот это мочит, блин. Смотрите, вы должны знать его имя. Ой, блин, Игоречек почет. Не, ну тут красиво. Не, дальше интереснее, смотри. Тут да, тут Крещатик, а там уже начинается там это. Там уже ближе Троещине, да? Да. Не, так серьезно, пацаны, вы сказали, что сейчас бокала зацепите, как плюшку перетянете. Не, ну там высоко, подивись, какие там горы, а какие там рывки. Ну если ходом пойдешь. Здесь вот колесо. Да у меня высота, значит, пила. У него высота, да. Я перевернусь. Да не перевернешь. Да он на лапах по прямой может пролететь, на лапах вот здесь. По прямой может проскочить дальше. Тут все равно жопа дальше. Дальше жопа. Я умудрился на ровном поле перевернуться, ты как тут? Тут я буду кутиться. Дома положу. Право. Попробуй самой лебедкой. Право руль. Руль вправо. Уже у него не будет. Поворачивай.
знаю, я подаю его колею. Это центр его так. Тут след... Вы следующий едете? Да. Да? На Ниве. Тут, блин, мы прямо в центре событий. Смотри, тут один экипаж справа меня окружил. А мы вместе... Слева мы второй. Вместе с ним едем. Так я знаю, я говорю, окружили меня с двух сторон. Или эти. Он с нами, или мы с ним. Да непонятно тут. Не, он местный, значит, вы с ним. Он тут все повороты знает. Он приехал позже. Как позже? Заснул, да? Я понял, я сюда ездил 3 дня. Я с проволокой, понял, Мирил? С проволокой? Твердый груд вообще будет. Тебе главное долететь, развернуться, их зацепить и все, и протянуть, правильно, Игорь? Да. Не, не вариант. Чего не вариант? Сначала мне вставать там, когда они пройдут. Так так нельзя, вы стартуете вместе, что вставать? Нет, так вместе лучше. Да. У вас уже передняя размотана полностью на капоте. У нас полностью размотана в багажнике. Задняя. Двома лебедками, это 60 метров, 30 плюс 30, ну плюс-минус. По-любому все под крючками. Даже если мы силы, будем тянуться друг друга, или вы вас выдернули, или вы нас. Не, подожди, а давай. Вам вы вперед выкинетесь? А подожди, можем мы не цехнуть. Дивись, нам нет, после вас... не хуже. Дивись, быстрее, реально. Хорошо, быстрее. Но если они вытянутся вперед. Да, если вы уверены, что вы вперед вытянетесь? Дивись, вон Дефазик сидит. Дефазик он сидит. Куда он вытягивается? Никуда. Ему нема за кого лебеднуться. Это неправильно. Так а там что нет, там же дерево есть. Чего соберем наши дерева? Так у нас 2 труса. Ой, двое, у нас 2 верёвки. Если вы пройдете на впереди. Ну, вот же только вы должны уверены, что вы вытянетесь. Ну, а мы вытянем, так мы куда дойдем? Если мы дойдем хотя бы сюда, это одне. А если мы станем десь там, це... Це даже, ну, если... по деревам, тільки по деревам. Берите под правую. Чуешь, давай, знаешь, максимально под правую. Ну да. Максимально под правую. Вот до сюда под правую, а дальше под левую. Потому что под правую хуже. И не в той яме начал переходить.